Привет, друзья! Кингисеппский машиностроительный завод обсуждает с Минобороны возможность поставки флоту России безэкипажных катеров ГРК-700 «Визир». Катер «Визир-700» создан из композитных материалов с использованием технологии малозаметности. За основу «Визир-700» был взят катер РК-700М проекта 03080. Катер может проводить оперативные гидрографические и поисковые работы, патрулирование акватории и прочие функции. Катер можно использовать как морской дрон, ликвидатор дронов, для доставки десанта и грузов. Катер способен сам возвращаться на базу. Дрон оснащается гидролокатором бокового обзора и однолучевым эхолотом. В качестве силовой установки дрон использует двигатель внутреннего сгорания мощностью 100 лошадиных сил и два электродвигателя общей мощностью 8 кВт. В качестве движителя используется водомет. Катер в базовой версии развивает скорость до 80 км в час. В гибридном режиме работы катер способен двигаться 60 часов на дальность до 500 км. Снаряженная масса катера 2400 кг. Грузоподъемность 400 кг. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.